вот мой стояк, например, у меня нет вообще горячей воды. То есть сама вода текет, а обогрева у нас нету. И холодная идет. Да. Вот женщина подошла, говорит, мы вчера мылись. Как это получается? Один дом, кто-то моется, а кто-то вообще... Вот я даже готовить не хочу дом в ледяной воде. А с отоплением у вас тоже, отопление, да, у нас тоже перебой. Ну, вот тоже стоят люди, у них всегда жарко. Всегда. Один и тот же дом. У нас перебои. То есть, то нет. Позвоним, значит, нам прибавят там, что-то они здесь сделают. Ну, более-менее. Конечно, такой жары нет, как он, люди жалуются, жарова. У нас вот нету на угловых стояках такой жары. Старшая по дому, ну, она у нас замещает. Тоже нам ничего определенного не... Авария. Вот говорят, 55-й дом авария. А что авария? Что, никто ничего не делает. А с отоплением у нас с того года. А управляющая у вас какая? Управляющая у нас, по-моему, сейчас навигатор, что ли. Ну, вот они здесь, да, находятся? Ну, вот они, да, вот в этом здании сидят. Раньше промстроймонтаж у нас был. Ну, а вообще управляющая компания для вашего дома что-то делает? Я не вижу, что-то оно сделало. Нет. Вот лавочки нам старшая по дому выбила. Мы вот сколько и звоним, и диспетчерам на управляющую компанию, они... То говорят, мы ничего не знаем, то звоните туда. А мы, ну, сколько? Я вот тоже работаю. Я могу звонок сделать, а ходить-то я целый день не могу.